Борьба местной власти с оппозицией принимает форму открытого вредительства одесситам. Департамент жилищно-коммунального хозяйства доводит до запустения детскую площадку на улице Канатной, оборудованную по инициативе депутата городского совета Ольги Квасницкой. В прошлом году, благодаря усилиям Ольги Квасницкой, во дворе дома номер 101 по улице Канатной построили детскую площадку. Содержать ее, убирать мусор и ухаживать за зелеными насаждениями – обязанность департамента жилищно-коммунального хозяйства. Ничего не делается. Цветы и кустики едва дышат. Дворники и работники Зелентреста обходят площадку стороной. Когда службы города не могут, это делаем мы за них, одесситы. Благодаря маме Татьяне, папе, Жене, мы скопали клумбы на детской площадке по Канатной 101. Мы полили те кусты, которые были посадены в прошлом году. Мы повесили те баннеры, которые сорвал ветер, просветительские баннеры для наших детей, как сортувати мусор для майбутнього, як виконувати правила дорожнього руху. Ольга Квасницкая – депутат оппозиционный, постоянно выступает с критикой городской власти и лично Геннадия Труханова. Вполне понятно, почему открытая ею детская площадка выпала из поля зрения коммунальщиков. Мы, конечно, посадили еще небольшие кусты лилий. Надеемся, что все-таки службы города возьмут на баланс. Я понимаю, что они не могут ментально, потому что у них другие задачи и цели. Не сделать так, чтобы единственная площадка с газоном живым была в таком же виде, как она была в прошлом году. К сожалению, нам не удалось добиться результата. Поэтому пока я буду заставлять службы города взять на баланс и поливать наш газон, поливать кусты и смотреть за нашей детской площадкой, это должны делать вы, родители. О, дети в команде мэра не думают. Важнее свести счеты с политическим противником.